Здравствуйте, меня зовут Сучкова Людмила Анатольевна. Я являюсь руководителем Центра содействия трудоустройству, выпускником Донского государственного технического университета. Наш центр существует с 2002 года. Сейчас мы находимся на ярмарке вакансий. Поэтому для тех, кто хочет получить какой-то совет в области поиска работы, я могу кое-что рассказать. Например, то, что для студентов лучше начинать искать работу не тогда, когда вы уже получили диплом, а когда вы еще учитесь. То есть ваше место практики может быть и дальнейшим местом работы. Если вы хотите себя презентовать работодателю, большое значение имеет резюме. Например, на нашей страничке нашего центра, куда вы можете зайти, donstu.ru, мы разместили и презентацию, как правильно составить резюме, и технологии поиска работы. То есть, пожалуйста, заходите на нашу страничку, и вы можете ознакомиться с информацией, которую мы размещаем для своих студентов. Большое значение имеет первое впечатление, которое вы произведете на работодателя, поскольку, как мы говорим, студенты – это наш товар, который мы выпускаем, и то, в какой упаковке этот товар находится, тоже имеет большое значение. Поэтому, когда идете к работодателю, обращайте внимание на свой внешний вид, чтобы работодатель обратил внимание на вас. Надеюсь, что мои советы помогут вам найти место работы. Если вы еще не нашли место работы, приходите в наш центр. Мы с удовольствием будем вас ждать.